На национальном телевидении при поддержке Министерства информационной политики и массовых коммуникаций начали сниматься грантовые передачи. Среди них полюбившийся зрителю несколько лет тому назад проект «Из золотого ларца», премьера которого будет в это воскресенье в 18 часов. Программа «Из золотого ларца» начала выходить в эфир еще в 2012 году. Из года в год она набирала популярность. В течение 3 лет автор передачи Светлана Алекимова со съемочной группой пытались запечатлеть и заархивировать богатство чувашской культуры, выезжая в районы республики, встречались с хранителями древнего фольклора, снимали старинные обряды и подробно показывали уникальные сохранившиеся до наших дней культовые вещи. В этом году создатели передачи решили сделать акцент на персонализации великих сыновей и дочерей нашего народа. Первая передача посвящена просветителю чувашского народа Ивану Яковлевичу Яковлеву. Помогают им в этом сотрудники Чувашского национального музея. Геремпада, сладкучный вырога. Сельбежи мне гайза гуру бур, шалкучный май. Шива, шулахи жарахрата шалайлит. Урон арха, шиди бурген. Эссы болсан, койлах таурн бара. Эбирсана шаудерик отетпе.